Так, я, наверное, начну потихоньку агрить, да? Почти все. Три хила тут, танки есть, пошли. Ладно, суманем БДК еще, вторая плата. Папироса тут. Спасите. Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Кстати, папироса хороший щита. Ты чё он это кажет? Только в 3 часа долгий был устал. А, пошли бить. Напруги на меня, ханты, хорошенько. Пистолет бафа нету, просто тоже нет. Забись, понесли, в принципе, все. Так вот, налище какой-то полстабенький оказался. Ну, кстати, вот за эти мет, ну, во тьме, блин. Там ты забирал вперед, блин, я брал, ну, за тобой следовать, кстати, блин. Ты знаешь, ну, если я понимал. Я никак не мог, блядь, играть вперед, да. Хиба вначале, ну, разве вначале, когда, блядь, закидывала в комнату, тогда да. Там знаешь почему? Потому что, видимо, я подбежал немножко вперед и отбежал назад, а ты следовал, поэтому не мог маневрировать нормально. То есть ты никак не нажимал, получилось, что ты оказался спереди меня и получил урон. Скорее всего, так было. Я же не слежу за тем, блядь, как я вожу людей, которые нажимают на меня следовать. Не, ну я типа... Так профитно просто за ДЦ у меня получается. Ну, блядь, оно профитно, когда спереди бомбы не появляются. И если бы я бежал, допустим, вперед, да, и никогда назад не отходил, то оно, блядь, профитно охуенно. А я пробежал, смотрю, бомба нахуй, отошел назад. Она упала и пизды дала все. Это ведите еще трэш, что вы стоите? Вот, беги, приведи трэш. Ты иди спиной, я вытягивать не рекомендую. Пальцем правый трэш вот этот, справа. У меня учились. По моим мувикам. Чем вы идите бейте командира, дайте я наберу агро, зачем вы бьете мой трэш? Я еще приведу. Топуль на меня хорошо, пожалуйста. Подожди, 10 секунд притяжка. Сейчас. Какой-то хил подбегите к нам тут. 3 сюка хильте. Вытяну командира. Блять, что ты делаешь? Я пока не могу пройти. Тут какой-то ретрик деградан, блядь, стоит и долбит, короче, блядь. Пачку вместо, ну, не дает мне набить агро, блядь. Ступило. Это я извиняюсь. Ты сейчас меня слышно? Да. Далеко будут бафы сегодня? Он да. Пачку не могу долбит, блядь. Ну подумай. Напиши в ПМ паладину, спроси, что ты бафом. Хорошо. Скучи все варианты, потом про баф и рейд. Почему мы бьем трэш и бафов до сих пор нет? Даже ДДшников мало, с большим тяжело будет.
Почему? Ну, мало РПДшников, обычно на 2 больше. Вместо маршруточки какой-нибудь ШП. Нет. Посмотрите. А у нее хрипал же есть. Ну а кто мне обычку хилит? Или это не тот паладин? Блять, все зависает. Видите, там 3 моба еще сзади. Последних 3 моба. Видите сюда в пачку, зальем все ее. Так, что привели уже? Пиросы, ты раньше убивал РС? Много раз, но давно. Так, после первой фазы ты остаешься с четвертой пати добивать больших големов. По команде сходишь во тьму. Хорошо. В третьей фазе бьешь взрывом разума, так как у нас нет ретриков. В свету на третьей фазе нужен монореген. У меня мало хосты, я все время бью взрывом разума. Я без взрыва перейду на 1200 хосты. Отлично. Гимн на ХП, гимн на ману. Знаешь, что это такое, да? Да. По команде споешь. Хорошо скажешь. Давайте же ставим шкаф, досумуниваем остальных. Видите на сумму. Вместо попытки кто тут? Влади? Че? Ваня тут? Да, блять, я долетаю. Понимай. Олег, там РВС прочитал? Первый раз хила вижу, 2 ДД во тьме, креста.
короче, 5 человек новых. А Гиппола это кто? Войт, ну-ка скажи что-нибудь. Че? По поводу приста, которое дыхание умер. Бля, я обычно ты другое говоришь. Ну я накрутить хотел. Не всегда же мне быть предсказуемым. Что ты хотел накрутить? Тыкните на слух, лози. Ко мне. Обычно так. Не попробуй сама. Главные игроки ГП накручивают. Поставьте столик, пожалуйста, маги. Так, Трися, ты на боссе спектрился в АДК, Митрис, потанчик ему. Я понял. Ну сейчас же пока третьим танком. Да, все, сейчас пока так. Ладно, там вот стоит, тогда будешь босса танчить, Теркос первую копию, протопал вторую. Погнали. Цирк приехал. Парки, ты внимательный. Очень. Кто это? Чё за шум? Новый какой-то. Новый, да? Ну, сразу говорю, если сейчас просто 23.30, если будете каждый раз тупить по-глупому, придётся менять, либо просто расходиться. Времени нет у меня всё это сейчас. Рестер, да? Да. Вот мне будет хилить с Холи Пала на Эрдро. Потому что чувствую, не захилит. Вот на Холи Пала поставил. Здесь произошли страны. Но ты дебош танчить. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Давайте, заходите быстрее. Черные драконы явились из ниоткуда. Так, Эмитриус уже здесь. Я подал ВДК. Ну, давай. Потом уже. Так, в тьме у нас 4 паладина будет. Это много, да? Ты даже туда не будешь ставить. Ну да, кто-то из ретриков. Будете кидать капельки на БДК и щиточек. Ты щиточек Холи Пал есть. Но даже если Холи Пал есть, все равно надо кидать. Если там Холи Пал выносит метку во тьме. Ретрик смотрит на это, кидает каплю на ДДК, щиточек. Можно еще хилку тоже добавить. Это 3 ГКД, это по ДПС, он ничего там не зарешает, но поможет спасти танка, если 2 удара будет за 1 секунду. Так это нужно использовать класс на больше, чем на 50%. Конечно. 50
Тактика. Кал Гнинухи в свету. Остальные хилы с пятой пати во тьме. Четвертой пати стоит добивать големов. Графит сразу заходишь во тьму. На третьей фазе кинь шоссе с накалка. Напуливаем на протопала капу. Свет танчит. Воет тьму Митриус. Паладины, вы разобрались с аурами? Во тьме должна быть аура на деф сосредоточенности. И тогда уже аура на магию от тьмы. Тут прожимать мастера ауры, если будет 60-70. Поставьте стол, пожалуйста. Хулипал, листы раздай. Стой. Кто во тьме стоит, поставьте уже протоауру. А я поставлю, когда вы уйдете во тьму, протоауру. Вы не проебали. Кто фридумы раздает? Ну, первый я раздаю, а второй не Фати. Можно пару вопросов, пожалуйста? И Данжин первый даю. Говори, и вопросы. Смотри, я сейчас, правильно ли я все понял? Когда заходит весь рейд в тьму, при переходе с первой на вторую фазу, я остаюсь, помогаю добить больших. Захожу в тьму по команде, сдаю гимны, когда скажешь. Вопрос, как вы распределяетесь на третьей фазе? Кто где? Какая пати? Рейд стоит просто в квадрате. Ты выходишь в свет и дамажишь в квадрате с квадрата босса. Если будет голем, то сначала дамажишь большого голема, потом босса. Если по команде надо слить трэш, ты его сливаешь. Мелкий трэш имеется в виду, все. Я понял. Я имею в виду, какие группы в каких этих реальностях. Во тьме первая пати, все остальные в свету. Ага, я понял. Первая пати милики, не во тьме. Ну и хилы из пятой пати, которых я назначал во тьме. Все, я понял, спасибо. Все, отлично. Пишем аркану, какой спик ролим. Да, по диспойлу, да, подумаем. Хорошо, все на колени диспойлить тьму, на первой фазе все хилы диспойлите. И все, чек. Секунду. Спарки, да, тут. А БДК не маловато хп? Крикнешь, когда будете болеть. Ну, БДК мало хп, потому что он 6-1 КГС. Или нету? Нет, есть крик на хп. Парки Дэд, ты здесь? Проснись. Ты писал там 3 минуты типа ФК. Окей, понятно. А кто во тьме танк? Отдайте инту, пожалуйста. Митриус. Заходим за линию, все готовы. Ваня, заходи. Митриус, начинай. Кто-то прожал расовую билку. Выравнивайте босса, пока есть время. Стойте в квадрате пока. Стали в квадрат, миники отошли в квадрат. Сейчас метеор будет. Смотрим внимательно, как метку выносит. В сторону хвоста неси метку. Бежали метеор. Смотрим, как лужи разливаются. Лужа в рейд течет. Стали в квадрат. Пуга, метка. Это папирос еще, ты сам себя должен диспелить эту метку, когда выносишь ее. Хорошо. Кто там бобы кидает? Карлик, метка. Быстрее выноси. Неправильно вынесла метку, надо было через хвост. Где твоя незыблемость, антимаги, ГП? На колени иди, подымай сразу, бафрейм, заходи, подымай. Играйте в босса.
сразу тут минуту не успеете перевести. Босс, играйте, говорю. Еще одна минута. 3, 2, 1. Повезло. БДК зашел, рейд заходим, сейчас за пати бьем големы. Крикнули. Олег, поставь на меня звезду, а то ничего за меня сдохнут. Или печеньку. Ставьте звезду, а то сейчас умрете в полрейд, да? Скажите, когда зайти. Все, пошли. Корыт метка. Стали в квадрат. Так. Фуга, Иннер, Спарки. Атом, Скиннер, Спарки. Сейчас будет метка, одновременно с лезвием. Внимательно, не попо. Подожди, жди, пока лезвие пройдет. Все, теперь выноси. Молодец. Идеальный вынос метки. Олег, кинем-ка. Желания не было на этом протопале. Блин, на хапале, точнее. Где ваша длань? Живо, слишком рано дали, там, когда стояли, метку пропускали, она уже спала. Надо давать длань в конце, когда человек у стены уже добегает. Длань длится 5 секунд, человек может дольше выбегать, понимаете это? 52, свет, готовьтесь. Ждем следующую метку, потом выходим. Гипопова на семетку. Но часто надо давать длань. Так, выходим в свет. Вышли в свет. Дали квадратик. Так. Все, давай. Машуленька, выйди в свет. Ты в первой пати? Все звезды. Для кого это говорю? Графит, выноси метку. Не туда вынес, уже неправильно. Уже поздно. Далее квадрат. Назад метку надо выносить. Бежали метеор. Во тьме даем рост. Стак, РДД. Играем большого голема сейчас в свету. Великий мелкий трэш. Ленухи, выноси метку. А мы играем в трэш. Ленухова надо захилить. Алену святую не бить, капу хильте, 10% хп. Рога, выноси метку. Тебя диспелить? Дали в квадратик. Сейчас будет метеор, отошли от фрейма босса. Побежали метеор. Далеко бежим, смотрим за лужами. Лужи разливается в рейд, давай сакру. Стали в квадратик, атом стой на семетку, сам себя диспелишь. Все в РДД в большого голема играем. Алену эту не бьем, только трэш. Все на колени, метка. Фламба хилим, капу хилим, фламба умирает. Фламба подымай, все на колени. Кога, ты будешь диспелить сам себя или нет? Побежали в метеор. Копар лежит слева от босса, поднимай его. Большого голема, играем, гансмок, выноси метку. Диспелю. Скажите, когда во тьму зайти. Бафу по копару даем, пристабаф, лапу. Большого голема, играем. Когда может заходить во тьму? Нет еще. Стопайте нет. В свету. В свету стопайте дамаг 30%. Каплю на БДК во тьме. Стопайте дамаг, не бейте. Ну можно. Машулька, заходи во тьму. Побежали метеор. Вот драт стали. Не бьем Халиона. Микролабик, выноси метку. Играйте большого голема. Все в большого голема.
Атомск, поднимай супер-пупер. Вы издеваетесь, паладины, блядь? А чё я издеваюсь, у меня МКТ было. Я вообще от капли умер. Минус 3, Фога, поднимай флам. Побежали. Поднимай его, если сможешь, отбежали от лужи. Все, падаем. Так. Виталик, он от чего умер? Я умер от того, что на мне не было Фрида. На Фрида я себе не мог дать, потому что второй раз я не мог использовать, потому что у меня КД было. Бабл я не тоже не смог использовать, потому что я базы прожимал, когда я каплю давал. От чего умер Нирфади? Нет, не Фрадди умер, короче, там первую метку до этого вынесли неправильно, там не было лезвия ничего, и вынесли наперед. Когда метка была на Нефраде, там было перед ним темное, потом еще две желтых, и шло лезвие. Я не знаю, был бабл на КД или нет, но ему надо было забежать на метку и нажать бабл. А бабл, если он нажмет, он дискольт. Вот я говорю, вначале забегаешь на метку, потом жмешь бабл. Ну да, точно. Если на КД, тогда, ну, там выбора не было у него. Бабл пизди не спасает, если шо. Нет, там две желтые метки сверху и тьма. Я понял, потому что они будут от лезвия заходить с баблом. У него КД даже, вот бабл, он все равно не мог бы прожать, если он базы прожимал, когда каплю давал на БК. Копар как умер. Слышишь, этот Олег, назначь их по фридому. Ты видишь, они, блядь, ну, не дают фридому, блядь, теряются. Ну, да объясни им, что кто когда, блядь. Можно вопрос еще? Да. А у вас РДДшники в маленьких не уешат, не накручивают? Нет. Главное большого сначала слить. Это приоритет. Для РДД. Виталик, он первую редлайн кидает, переходи вторую, ну что непонятно. Копар сам себя не захилил, просто умер в метке. Они еще второй хант или ты переименовал? Не, это Брокси дал своих, короче. А? Мак. Вары хант. Дайте на крик на хп. Я же крик на хп. Танка фласка у кого? Уходим за линию. А, есть. Танк готов? Да, есть. А я святой или возьму? Если, дай танка фласка. Ну, святой. Ты можешь открыть рейд фрейм, посмотреть, какой ты пати? Да в какой пати? Поняла, я что-то это... туплю. Я уже привык. Давай метрус начнем. Только мы сюда ходим, вы не можете выучить, какая пати во тьме, какая в свету. Опять тот использует раз в билку до пула. Время пула, точнее. Сейчас я поставлю его нормально. Потом заберется. Побежали, ну чего. Дали квадратик. Ну, интересно. Ну, заберешь живого у него? Ты чё это? Даже нет, да его напулили. Чё его напулили? Блять, я потому что здесь стоял. Тролль, блять. Это именно пиздец. Понял. Я хуй знает. Давайте быстрее, там еще рыба должна остаться. Рыба не понимала. Так мы ее затыкаем все равно.
Машулечка вам критична в свету? Просто можем Машулечку на Скарлетт поменять. Что изменится? Ну, может, Маша метки правильно выносит. На Скарлетт. Но она немного наперед выносит, когда нет леза. Кулаки. Еще. Как вы к хвосту всегда несете этот, короче, круг от этот? Давай подробно распишем ситуацию. Первая фаза идет сначала первая метка, потом метеор. Соответственно, надо метку вынести в сторону хвоста, чтобы можно было через него оббежать и не попасть под этот метеор. Это первая метка на первой базе. Лужа разливается, мы перебегаем, идет вторая метка. Ее уже нужно выносить к морде, ну, в сторону морды, чтобы третью метку можно было вынести спокойно в сторону хвоста, потому что там будет метеор в рейде. И через хвост оббежать этот метеор с лужей. Вот, это первая фаза. На второй фазе мы находимся во тьме, поэтому меток не будет в свету. На третьей фазе все метки в свету просто выносим назад. Ты стоишь в квадрате, на тебя кидается метка, разворачиваешься на 180 градусов и несешь метку назад. Да, бывает такое, что там есть еще одна метка. Наверное, надо потом ее вынести левее или правее. Вот и все. Ну вот, по поводу левее и правее это было сложно, но я попробую. А на первой фазе, получается, грубо говоря, тебе нужно ее всегда нести влево по диагонали, короче. То есть ты стоишь к хвосту влево, стоишь мордой к морде влево, потому что вы же, получается, босса не крутите, мы туда-сюда перебегаем, правильно? Первую метку в сторону хвоста, вторую метку в сторону морды. Третью к хвосту, понял. Всё. Нет, Олег, это погоди, объясни мне, у меня больная тема с этой. Как там метку носить с тьмы? Короче, всегда на противоположных леонах. Да, смотри, в тьме тоже там просто каждую третью метку наперед несешь, и все, там каждая третья. Две назад, одну наперед, все там изи просто. Так, ну во тьме там тоже очень просто, если нет лезвий, надо просто развернуться на 180 градусов и по прямой понести метку, не в сторону рожи, как это делает там Скарли Ди или кто-то еще. А метку назад. Потом будет лезвие и одновременно метка. Тогда нужно метку вынести так, чтобы ты, когда стоишь у стены уже, ты был в середине вот этих двух лезвий. Одно лезвие слева, другое справа. Чтобы ты мог потом спокойно развернуться на 180 градусов и пойти обратно в рейд. Тогда тебя лезвие не заденет. Да, это сложно понять или нет? Я как-то сложно... Можно еще один вопрос пояснить? Как выносить? Нет. Пожалуйста, когда танк БДК начинает пул босса, уберите свои шаловливые ручки подальше от мышки и клавиатуры, чтобы ебаный босс не шел в рейд. Я больше его выравнивать не буду. Так это баш троллит нас просто. Не ты гонишь, можешь в таргет за. Ну, давай заходим за линию. Маня готов? Маня готов? Да, ну, наверное, начинал Митриус. Сейчас, короче, опять кто-то неправильно вынесет метку, да? Первая метка. Внимательно. Ламба. Смотрим, как он выносит метку. Сойдет. Подбежали. Это была первая метка. После первой метки будет вторая метка. Ее надо в сторону морды вынести. Вот, правильно, отлично. Можно не так, но ты очень далеко понес. Тебя может задеть дыхание, ты умрешь. Получишь ГП за это. Вот там, где ты стоишь, вот туда надо выносить. Понял. Более... Чуть-чуть левее. Калк. Вот, человек выносит в сторону хвоста, правильно делает. У него будет время вернуться через хвост и не получить урон от лужи. Фантастика. Как все просто.
Следующую метку лучше вынести к той метке первой, к тому кругу, к желтому. Чтобы во тьме было легче выносить людям первую метку. Давайте босса играть, у нас слишком много ДПСа. Надо в босса играть. Сразу БДК заходит, за ним весь рейд. В четвертой пати остается добивать голема. Первую метку во тьме назад, строго назад, 180 градусов поворачивайтесь и назад, потому что лезвия нет. Не вижу, на ком метка. Или нет, не будет уже. Или не будет. Повезло вам. Так, с картика зайти. Пошли. Так, ну давайте. Фога, Иннер, Спарки. Пламба, Спарки, Атом с Ленухом. Внимательно, сейчас будет лезвие одновременно с меткой. Графит, смотрим, как графит выносит метку. Вот это фантастика. В принципе. Только надо диспелить еще. Будет диспел, нет? Ставь лучше от огня, потому что прото есть. У этого протопала, ты еще мастер ауру прожмешь под огонь. Ну честно, давай назад. Бля, я подумал, это Калк спрашивает. Это Капа, оказывается. Я уже не соображаю. Сейчас фаза будет. Ждем еще одну метку. Метка. Нерфади. Неправильно понес. Ну ладно, повезло. Стали в квадратик. Теперь даем рост в свету. Сейчас первую метку назад выносим. Назад, назад. 180 градусов поворот. Не лево, не право, а назад. Назад. Вот ты сказал, он во тьме понес. Ленухи. Я это имел в виду в свету уже. Надеюсь, он не вайпнется. Сейчас будет метеор. Побежали метеор. Во тьме можно дать рост. РДД, играем большого голема, следим за лужами. Лужи разливаются отлично. Графит на семе. Диспелю. Все большого голема играем. Каленость эту не трогать, 40%. Будет 30%. До свидания. Сначала сливаем большого голема, потом мелкий трэш и сливаем Калиона 40. Отлично, 50. Встали в квадратик. Фога, проснись, надо вынести метку, сдиспелить ее. Не так, как сейчас это было. До стенки надо выносить, а то сейчас кого-то откинуло и вайп. Побежали. Смотрим снова лужи. Не бьем Калиона свету, 40%. Атомск, выноси метку, встали в квадрат, играйте в большого голема. Прожми кожу, Атомск. Кожу прожми. Кильте Атомск, играйте в большого голема. Так, Ленухи, давай гимноману. О, тотем на ману, папирос гимноману. Кламба, выноси метку. Диспелю. Ну, можно не диспелить. Фога, подымай фламба. Атомс, подымай фламба. Побежали метеор. Хорош. Что-что? Все. Падайте, что ты говоришь? Ну, то, что они не бежали. Почему не доливают мобов? Они начинают долбить босса, когда еще пачки трэша живы. Ход один долбит, он срывает, потому что много трэша, и он весь живой. Это какой вопрос? Риторический? Да, ну я спросил, да, ну, пускай объяснят, почему куча ДД долбили босса вместо того, чтобы добить трэш. На мне висит 6 мобов, у них по 30% хп, по 20%, и они стоят долбят босса. Ладно, это не самая важная проблема.
Это трох, если я их удержал бы под боссом, они бросли, потому что лужа была по центру, она разделила рейд на две части. Я бы с правой стороны возле морды, то есть трэш бы начал расти. Кстати, с Напуном, ну, какая-то беда, потому что я даю мостам сразу, как трэш идет, потому что, ну, Напулом... А за что мне, пожалуйста, ГП дали? Ты не поднимаешь людей, когда пришел. Я только подбежал, не... ты сказал поднимать его, и был метеор. Я не мог бы его поднять, по-любому никак. Я бы его поднял метеор. Да, поднимай в метеор, какая разница. Делай то, что я говорю. Если все быстро делать, можно успеть до метеора. А, его ты должен был поднять другой дуэт. Ваша проблема в том, что вы очень все медленно делаете. Выносите медленно метки, медленно бэрите. Из-за этого как? Мы перебегаем уже с трупами людей. Вот мне сейчас добросовестно ГП дали, да? Ты... В принципе, хватает, да. Чего? За что мне дали ХП? Я уже объяснил. Заходим за линию. Наноси на панель фрейма и БР сразу по команде РЛ. У меня сразу на панели. Я его не мог бы... Отлично. Вот тогда мгновенного БР по команде. Гансмок, ты готов? Отлично, все готовы. Митриус, начинай. У нас пару трайфов осталось, потому что потом пойдем спать. Соберитесь, делайте все по команде РЛ быстро. Фуговые носи метки до стены нормально, а не как в этом трае. Делайте нормально, будет босс убиваться на калк, выноси метку. Милики встали в квадрат. Почему его возле фрейма? Побежали. Метеор близко. Кто-то стоял возле фрейма. Для кого я говорю встать в квадрат? Повезло, что лужа не в рейд. Нерфади, выноси метку. Не диспелли людей, которые сами себе могут диспеллить, они будут получать ГП. Там уже пятый стак был. Ну, получат ГП 500, 1000, потом научатся диспеллить. Побежали. Я уже не знаю, кто снова вам рассказывает, что надо диспеллить, отбегать от луж. Побежали от лужи. Так, нерфади метку назад. Не через огонь, понес сейчас через огонь, молодец. Везло, что выжил. Беги через огонь, ты уже не умрешь. С меткой мог. Так, БДК, заходи сразу. Рейд, заходим. Четвертая пати, 170 големов. Давайте МК обновим друг другу. То я тебе не кинул, ты мне не кинул. Не забывай про него. Танск метка. В рейде стоишь. Короче, паладин вылетит. Супер-фупер помогли. Ну, возможно, да. Че, Атомск умер? Фога, поднимай. Атомск, ты тут? Да, тут. Поднимай Атомска. Заходи, если заходим. Бафы по Атомску. Две совы, инер по спарке дед. Пламба, инер по длинноухому. Так, я, наверное, суперпупера надо кикать. Папироса не туда побежал. Правее беги и точку прожимай. Повезло сейчас. Просто повезло. Так, придется суперпупера кикать, потому что если на нем метка, это вайп. Киньте так. Машулька, останешься во тьме. Без прав. Слышишь, Машулька? Идем 2-4.
Можно 2-4 убить, если вы не будете падать. Парки метка. Придется лезвие ждать. Ладно, давайте выходим. Быстрее выходим. Логово на семет. Атомск, поднимай папиросу. Тали в квадратик, рост пока не будет. Атомск, поднимай папиросу. Пога, выходи в свет быстрее. Давай я тебе рассвету графит метку. Да, ты тут вести. Так, побежали, метеор. Во тьме дали рост. Уже осва на семетку. Большой голем. Отводи дальше, трэш. Дальше. Играйте большого голема все. Папироса назад метку. К стене добегай. Райт очень близко. Талия в квадратик. Бей взрывом разум. Блин. Бежали метеор. Побежали. Не, блять, мы так не убьем. Если будете падать на каждом. Блин, смог метка. Большого голема играем. Опять 30%. Стопайте дамаг по свету, по халиону. Графит метка. Бежали на теор. Ламбу поднимай. Скарлетт, он вроде рядом стоит, лежит. Скажите, когда зайти ему. Ладно. Стой пока. Шип. Лезвие, стой, стой. Ну, АКС как умер. Заходи. Вылетел. Заходи. Смотри, фламба, там сейчас роги нету, на пол еще меньше. Заходите уже. Много смертей тупых, я не знаю, так убить нереально. Ну, это нереально убить. Есть там вот как тут трешник? Филипец, лень. О, нормальная тема. Представь, кто у тебя есть? Вон девушки, смотри, рога обыка. Кто еще умирал, блин? Столько много смертей было, что я уже забыл. Харагди умирал. Мопс вылетел. Папироса, но его задело лезвием там на выходе. Супер Поппер, ты кикнул. Я вышел трупом в этот, в реальность. Получается, я, короче, уже здесь, а меня убило еще там. Я не понял, почему. Надо быстрее было просто на портал. Ну хорошо, если ты потом скластрай, давай тебя на джеста заменим. Да я ебал хп получать. Ну, еби дальше тогда. Нет, так главное не за мою вину, мне дали хп. Скажи еще раз. Я еще раз вынес. Ты вынес метку в лезвие, дошел до стенки и начал бежать к морду. Я думал, тебя дыханием сбит, но тебя лезвие убило. Это полностью твой косяк. Я думал, наверное, он говорил за БР тут. Но я сейчас буду кидать ГП за реакцию тоже. Все. Жест досовой вместо атомской. Тщеславие.
есть. Лучше рогу возьми. Да, да, да. Будет лучше. Намного. Если там рога зайдет, я могу, в принципе, кем-то зайти и другим вместо ханта. Да, на поле вейт он хорошо там вообще зайти. Ладно, Атомский, я тебе отменю ту ГП. За БР. Только чтобы этого нитья не было. Это ты не мог. Слышишь? Ты... Да, что? Когда бежишь к боссу, да, вот отсюда, ты не нажимай таунт рано. Потому что если ты его рано нажимаешь, он идет на тебя. Нажимай таунт, вот видишь, черное пятно начинается. Так вот, на границе этого пятна, когда ты последний прыжок делаешь, уже можешь нажимать таунт. Там, по сути, на коне можно прям до Халиона доехать, блядь, потом сагрить. Да, да, я про это и говорю. Он же на коне бежит, но он рано с него слезает, рано, блядь. И босс смещается. Это неудобно. Если потом метеор будет в танке, будут проблемы в свету. Это может привести к вайпу. Вы очень часто умираете, слакаете, я не успеваю все это проговаривать. Кто-то умирает, надо скомандовать БР, а еще один человек умирает лучше, но это просто невозможно. Чтобы этого босса убивать, надо хоть какая-то реакция. Дать быстро БР, отбежать от лужи. Какие-то основы знать.